Сказки деда Всеведа. Рекомендации для родителей. Всем добрый день. Начиная этот большой проект, главной целью будет не только читать сказки ребенку на ночь, а воспитывать гармонично развитую личность. Рассказываю порядок действий. Обычный вариант. Включаем сказку ребенку перед сном. Пусть ее слушает и спокойно засыпает. Следующий этап. Сами несколько раз прослушиваем сказку, чтобы полностью поймать ритм повествования. Сказка читается медленно и спокойно. Переходим к собственному чтению варианта сказки без текста. Звучит музыка и набор шумов, а вы, как по книге, читаете сказку. И самый главный этап. Ребенок, несколько раз прослушав сказку, читает ее сам или вместе с вами. И когда это у него будет получаться легко и непринужденно, добавим еще одно задание. Во время прочтения сказки ребенок еще, например, пусть делает вид, что играет на пианино, или пусть рисует героев сказки, лепит их из пластилина, пусть проявляет все свои способности. Тактильная работа развивает мозг и способности ребенка. Все должно делаться в виде игры. Сделанные ребенком поделки выставьте на видное место. Ребенку будет это приятно. Поиграйте с ним в эту сказку. Как видите, работы много, но все в наших силах. Начнем с самых простых сказок и постепенно перейдем к более длинным и сложным. Наш путь только начинается. Удачи!